Всем привет! Сегодня пятница! Сегодня пятница, и наше сегодняшнее утро начинается с кофе. У Стаса и у Гали. Да, мы сейчас идем туда забирать кофе, у них забирать. Заберем у них все кофе. Да, нет, нет, не забирайте наше кофе. Мы такие, давайте кофе. Кофе и молоко. Мы такие, нет, нет. Так всегда. Помните, мы показывали, что мы купили камамбер? Так вот, мы его сейчас жарим и посмотрим, какой он будет. Пахнет вкусно. Как котлетка выглядит. Рыбная. Здесь еще с этим камамбером шел клюквенный соус. Соус я уже попробовал, соус вкусный. А сыр, я надеюсь, что он прожарился. Ну да, он внутри там уже жидкий. Сейчас будем пробовать. Это очень вкусно. Сейчас я вам покажу кусочек того, как мы вчера выставляли видео ночью. Что это Дима делает? Он скидывает это видео на YouTube. А где он это делает? На улице. У нас в общежитии, именно в нашем общежитии, поломался интернет. В 3 часа ночи мы вышли вот сюда. Вот здесь мы были. Вот мы ловили здесь Wi-Fi, чтобы выставить видео. Чтобы вы утром посмотрели. Вот так вот. Заботимся. Сегодня наконец-то нет дождя. Даже вот солнышко пару раз проскакивало. И 18 градусов. Погода вообще офигенная, очень приятная. А вот и солнышко, как я и говорил. Мне уже даже жарко стало, я курточку в руках несу. И Катька, вон все мокрое идет. Не нормально, не идеально. Идеально. Мы приехали на рынок опять. Мы хотим съесть блинчиков, вот они. Мы вам показывали в прошлый раз, когда мы были на рынке. Здесь есть вкусные блинчики. Без слов, да? Да. Нет Смотри, слов. Смотри, он здоровый. Огромный. И банан. Это банан шоколад. Не слипнется? Нет. Он очень соленый. Наверное, потому что здесь этот сальмон, как он называется. Очень вкусный. У меня кое-что слипнется. Пока я ем... Ой, я такая грязная. Пока я ем, дам вам возможность насладиться рынком. Фрукты. Здесь везде фрукты. И везде вот такие вот коктейли. Они, кстати, не вкусные. Когда будете здесь, не ведитесь на это. Они очень красивые, но очень-очень сладкие. Приторные. Смотрите, какое термоядерное. Питамая. И оно не вкусное. Мы пробовали сок из него. А, да. Рита брала сок из него. Дима. Как мило. Очень большой, да? Но он и стоит нормально так, 7 евро стоит. Так я думаю, я с тобой его буду есть. Извини, я не хотела. А Стас взял себе эту порцию за сколько? Макдональдс. 3 евро. 3 евро. А Стас взял себе Макдональдс. Кальмары и картошечку. А, ты что, я картошку месяц не кушал, Димон. Я просто обожаю картошку. Дима еще решился догнаться соком. 1 евро стоит сок. Кстати, на испанском сок сумо. Дима,
мы очень хотели найти без сахара, но ему продавец сказал, что они все чуть-чуть с сахаром. Цены здесь дешевле, чем вообще в супермаркетах, например. Как ни странно, хоть этот рынок в центре самом, но здесь дешевле. Здесь есть такос, мексиканская еда. Куча всего. А вот сыры. Так, вот этот, например, 17. И так далее. Вот такой 2,80 за упаковочку. Хамоны. И колбаса фуэт. На колбасу вон цены. Конечно же, ляшечки. Это гламурные ляшечки упакованные. Hola. Любителям маслин, оливок. И мясо. Мясо дороже. Мясо дороже, чем в супермаркете. Но оно красивее. Да. Рыбка. И запах здесь не очень, если честно. Креветки 72, Катя? Либо там кома должна была быть, либо креветки 72 евро стоят. Запятая, в смысле, а не кома? Запятая, да, не кома. Только вышло солнце, вообще забыл, что здесь был дождь вчера, и позавчера, и позапозавчера. Да, сейчас вообще светит солнце, и вот как весна, все зелененькое, даже Катька зелененькая. Вот так вот действует весна на Катьку, ну покажи еще раз, Катька. Шок 18+, акула укусила человека. Где мы? А мы сейчас находимся в дельфинарии, океанариуме, который находится на набережной в Барселоне. Вот. Но мы сюда не пошли, мы не пошли в океанариум, потому что на самом деле мы пришли сюда, чтобы купить игрушку маленькой девочке. Слышь, камеру убрал?
камеру убрал. Окей. Смотрите прикол. Дима. Для всех деток, которые нас смотрят, я снимаю игрушечки. Смотрите, какие тут зверюшки есть. Мне очень нравятся тут черепашки. Они такие милые. Красивые черепашки. А, опять это акула. Милые черепашки. А вот игрушечки к Хэллоуину. Это что, это котик? Пантерка. Это котик. Прикольно. Вход в этот океанариум. Вот. В этот океанариум стоит, сейчас скажу вам, значит, для взрослых 20 евро, для от детей от 5 до 10 15, от 3 до 4 7, и взрослым после 65 18 евро вход. Смотрите, какое небо красивое. Классное, конечно, место нашли, чтобы посидеть. Вот тут там уже люди сидят, мы только встали. Вид, конечно, шикарный. Сейчас будем ехать домой. Может быть, даже в Ашан заедем, да, котишка? Да, но у нас мяса нет дома совсем никакого. Нет мяса. Без мяса мы никуда. Побудем вегетарианцами часик. Нет. Нет? Ну тогда поедем за мясом. Мы такие по мосту, а он начинает резко пищать. Оказывается, мост сейчас будет подниматься. Мы испугались, что он сейчас поднимется, прям когда мы будем там идти. Опс. Вот он здесь так раздвигается. И маленькая яхточка проходит. Не видела. Я думала, он будет подниматься, а он в сторону просто. У нас в Николаеве также мост. Раз это. Серьезно? Раз это вот, да. Поэтому мне это вообще не прикольно даже было смотреть. Зашли в Ашан за мясом. Не, ну мы мясо-то купили. Все, ты не снимаешь? Не, я не снимаю. Родители увидят, блин, капец будет вообще. Спалился. Мы вот приехали с супермаркета домой, и нам написала Клаудия, девочка, с которой связалась с нашей группой. Приходите сегодня в такое-то место, то есть там в 10, мы на 10 не успевали. Мы вообще такие сначала-то нет, мы устали за сегодня, но завтра там нужно еще целый день по городу мотаться, потому что я еду. Я еду на матч, потом опять иду назад, потом, может, еще какой-то вечером пойдем погуляем. Короче, ну, если мы сегодня пойдем, то завтра уже будем сидеть дома. Мы такие говорим, не, ну, прости, но у нас не получится. И такие через 5 минут, может, пойдем? И пошли, побежали, быстренько переоделись. Посмотрели, когда последний поезд? Да, последний поезд в Барселону выезжает в 2 с чем-то ночи, а сейчас 9. И поэтому мы там посидим пару часиков, пообщаемся и поедем домой. Пообщаемся. Тут ничего не видно. Но здесь все плохо. Мы в баре, вот этом были. Вышли. Там так жарко, я такая красная. Я немножко сангрии выпила. Немножко, видите, какая она красная. Да не, сейчас сангрия в щеки пошла. Ой, я тоже красный, но я не пил сангрию. Ну, там просто жарко очень, поэтому красный. И мы сейчас идем в другое место. Да, мы идем в другой бар, там еще наши другие друзья, потому что нас осталось уже 5 из всех, кто был сегодня. А нас было не так много? А нас было 8. Да, нас было 8. 3 уехало домой, а мы еще пойдем в другое место. Не могу, что такое красное? Так странно.
Я буду тебя близко снимать. Мы только что были в том месте, вот там, где огромная просто куча людей. Вот. Мы там каким-то образом нашли местечко. Катька, иди в камеру, направо. Вот, мы нашли местечко, потому что... Нам очень повезло, мы подсели к двум канадкам. Канадкам. В общем, девочкам из Канады. Из Канады, да. Они нас приютили. И мы разобщались с ними. Вот. Они здесь на выходных. Да. В общем... Не, уже видно. В общем, прикольно посидели, и мы сейчас будем ехать домой на последнем трене. Ночном. Да, который мы надеемся... отправляется в 2. 2:12. Но мы надеемся на него успеть, я думаю, мы успеем. Да успеем. Пойдем, добежим. Ой, нас вообще не видно, поэтому мы выключаемся. Off. Да, мы off. Мы дома, и будем ложиться спать. Я ну, не кто ем спать, на ночь. Кто... Я не ем на ночь. Я кто не ем есть. На ночь. В общем, вот так прошел наш день. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Всем пока. Смотрите нас завтра. И послезавтра. И послезавтра. У нас завтра будет вообще насыщенный день. Да, вообще. Потому что вообще. Я иду на Camp Nou. Да. Смотреть футбол. Все. Всем пока, дики. Пока. Пока.